Итак, ребят, с вами по-прежнему Вдють, и мы по-прежнему настраиваем канал, создаем, и чтобы у нас все было четко, потому что это необходимо, я не раз говорил и буду повторять. Лучше посмотрите мои видеоролики, потому что я вставал на грабли и много раз падал, то есть уже шишки набиты, так что лучше посмотреть, не поленитесь. Итак, поехали дальше. В том уроке мы сделали, мы загрузили видос, мы, значит, подтвердили номер телефона, мы оформили канал, то есть мы описание сделали, ссылочки поставили и стали загружать видос. Естественно, загрузили значок, описание и название. Теперь, дальше. Вот здесь тоже важная тема. По поводу плейлистов. У вас их нету, но можно создать. Но так, как говорит, такая, как бы скажем, тема есть такая, что создавание плейлиста лучше отдельно в день. Ну, то есть взять отдельный день, создать плейлист, допустим, его назвать именно ключевым названием. И потом уже на следующий день загружать видео, то есть создавать, то есть видос, заливать его на канал и уже его засовывать сюда. Ну, так как у нас это тест, мы сейчас создадим плейлист. И, допустим, как у нас видео называется? У нас видео называется «Самое короткое видео». Окей. Для меня это будет, допустим, Вайны. Потому что, ну, это Вайны, да? Для вас же это может быть, допустим, если вы сажаете, опять же, огурцы, вы называете этот плейлист, потому что плейлист это как бы отдельная такая, это будет то же самое, как отдельное видео для YouTube, только там будет очень много видосов по одной теме. Ему проще его продвигать и это проще показывать. Вот. Вы называете, соответственно, там посадка огурцов там дома, там, я не знаю, ну то есть именно ключевиком. Я нажимаю, допустим, Вайна, открытый доступ. Нажимаю создать. Итак, у меня плейлист создался. И теперь я ставлю галочку и отправляю его сразу же в плейлист. Теперь я вот здесь вот важная функция. Ставлю видео, не, видео для детей, либо нет. В том уроке мы выбирали, куда мы будем ставить. Я вам говорил, что в настройках лучше всего указать сразу же, если ваш контент не для детей, поставить не для детей. Тогда здесь автоматом будет сразу же ставиться, что галочка. Видео не для детей. Так как у меня видео не для детей, я думаю, потому что все-таки это не для детей. Видео я ставлю здесь галочку. Здесь можно поставить еще видео только для тех, кому 18. Например, видео не для детей, это одно. Но вдруг ли там в этом видео есть какая-нибудь, скажем, сцена насилия или какого-то там жестокости. И если оно есть, я лучше поставлю видео для тех, кому вообще нет 18. Потому что видео не для детей, оно еще как-то будет проскакивать. Кому нет 18, и в будущем, такое у меня лично было, у меня однажды набрал ролик 50 тысяч просмотров, и меня его удалили, и наложили, начало ограничения, а потом удалили, да еще и страйк, по-моему, чуть ли не прилетело, точно не помню, прилетело или нет, но, в общем-то, здесь очень важно, так что, это важный момент. Дальше другие параметры. Видео содержит прямую рекламу, но это, как бы, я думаю, вам пока не надо. Все знать, как бы. По поводу тегов. Вот. Здесь вообще вот самая главная вещь. Все. 2020 год, 2021 год, без тегов, видео. Ну, все, ребят, никак. И многие сотни каналов, тысячи, наверное, каналов, которые создают свои новые каналы, они так и тухнут, они так и сидят в яме, потому что они не используют силы тренда, силы ключевиков и так далее. Здесь все четко должно быть прописано. Здесь у меня вот есть специальный плагинчик, он мне даже подсказывает, что мне здесь надо. И это очень важно. Если у вас видео называется, к примеру, там, как сажать огурцы. Опять же, я все на этом зациклюсь, не знаю почему, хотя я не сажаю огурцы. Но тем не менее, это пример. Итак. И вот смотрите, примерно как должны быть ключевики. То есть ключевые запросы, это очень важная тема. Но... Опять же, ребят, это уже называется продвижение видосов, так что на этом я останавливаться не буду. Итак, мы сделали все, в принципе, как есть. И здесь уже дальше ничего не надо, в принципе, нажимать. Дальше мы отправляем это видео в свободное плавание, как говорится. Здесь у нас есть возможность добавить подсказки. Но так как у нас сейчас нет ни одного видео, у нас этой возможности, в принципе, и нету. Также добавить конечных заставки или видео тоже нету. Так что мы нажимаем далее. А теперь здесь. Сохранить или опубликовать. То есть ограниченный доступ.
доступ по ссылке и открытый доступ. YouTube обычно советует всегда доступ по ссылке, потому что люди торопятся отправлять видео в свободное плавание, а вдруг там какие-то теги неправильно указали, может быть описание кривое, может ошибка. И лучше всего сначала сделать доступ по ссылке, а потом сделать вот так, сохранить. Также можно было запланировать сайт публикацию на какой-то день, на завтра или на послезавтра. Ну или на другой день. И потом уже вот так вот она уже как идет, как бы такую небольшую конверсию все-таки проходит, обработку, да, то есть это видео. Но вообще, почему делается доступ по ссылке? Потому что когда у вас будет монетизация, очень часто бывает такое, что при неправильном описании, при неправильных каких-то вещах обложки, либо из-за контента висит значок желтой монетизации. Вы не получаете с этого как бы должным образом деньги. И YouTube очень важно, чтобы он был зеленый. И потому что пока доступ по ссылке, вы еще можете что-то успеть исправить, и этот значок потом может, ну, измениться. После того, как вы все, ну, проверили, у вас нет никаких ошибок, нормально уже можно сделать открытый доступ и его опубликовать, и оно отправляется, то есть прямой уже все, плавание. Итак, у нас есть видео, первое, самое, вот оно у нас есть. На самом деле, видите, показывает, типа, что есть два, но это, опять же, вот видите, как все работает? Видео и плейлист. Получается, ведь два видео. Вот почему я вам об этом говорю. А далее, вот плейлист наш. И таких плейлистов может быть куча. Это очень важная тема. А теперь дальше, по поводу, я вам говорил, как так управлять, настройки канала. То есть, как настроить именно трейлер канала. Давайте на секундочку представим, что это видео у нас трейлер канала. Мы его выбираем. И опубликовываем. А внутрь нажимаю опубликовать на нашу главную страничку. И теперь, когда человек снова придет к нам на наш канал, вообще абсолютно новый, то бишь новый подписчик, он увидит автоматическое вот это видео. То есть оно откроется перед ним и будет все рассказываться. Если же это будет старый подписчик, который уже подписан, он просто увидит новое видео, которое у вас вышло на канале. Итак, ребят, настройка канала в принципе закончена. Теперь у вас есть собственный канал. У вас он должен быть здесь, все должно быть, о канале должно быть описание, стоять все ссылочки, уже должны быть вот здесь настроены, все что-то быть, уже должно вот здесь обложка, должна быть шапка канала, то есть я имею в виду лого, и дальше уже видосы пойдут уже про продвижение, про всякие функции, про всякие плюшки, про всякие теги и так далее. Все это уже будет в отдельных видеороликах. Вот теперь у вас уже есть собственный канал, с чем я вас и поздравляю. И ваша теперь задача его аккуратно, бережно к ним относиться, регулярно заливать видео. Каждый день можно? Можно, но по одному ролику. Через день можно? Можно. В три раза в неделю? Такое идеальное вообще состояние. Раз в неделю это уже опасно. Можно выбиваться из трендов и вообще, если, ну, если вы уже попали в них. Вот. Но теперь следующий видос, который вы увидите, он уже будет, в принципе, на канале. Это как создать обложку канала и лого. По идее, вы должны будете посмотреть сначала это видео, как создать канал просто, да? А потом уже видео, как сделать обложку, как сделать лого. И потом уже должны посмотреть у меня ролик, как уже загружать видеоролики и так далее, плейлисты. И вот и все, ребят. Я надеюсь, что я вам очень сильно в этом плане помог, потому что это реально ценная информация. С вас подписка лайкус. По-моему, лайкус там, не знаю, жирнейший. Делиться этим видосиком обязательно. Писать ваши комментарии, ну просто обязательно. Все ваши вопросы в комменты пишем, любые вопросы обсудим, поможем. Все покажем. Бесплатно. Бесплатно. Не забывайте, есть группа ВКонтакте, которая идет по дизайну. Если у вас уж вообще никак не получается, можете заказать. Но я думаю, посмотрев мои туториалы, как делать так, что-то, вы обязательно научитесь. Итак, я всех жду на своем канале, ребята. Всем удачи. С вами был Вдють. И, конечно же, ребята, всем продвижения. И пока-пока, ребят. Спасибо всем. Всем до связи.